только что мы поняли вашу поломку, и она тут как тут. Настоящий монстр, который сегодня показал рекордное время для РВД автомобилей, показанное на территории СНГ. Самое интересное, это был далеко его не предел. Ему вполне по силам соперники с полноприводными автомобилями. И возможно завтра в классе Андрея он как раз с ними встретится, будет на борьбе. Маша по новой находке на автомобиле, построенном в Москве. Против семья Варьева. Очередной рекорд!